В Костанайской области 270 домов после паводков не подлежат восстановлению. Пострадавшим предоставят другое жилье. Об этом заявил заместитель акима области. В регионе также подсчитывают количество павшего скота. Из 200 голов ущерб уже возместили. Идет работа по соцподдержке. Выплатили 187 миллионов тенге 800 пострадавшим. Прием заявлений на получение единовременных выплат продолжается. Напомню, режим ЧС действует в двух городах и четырех районах области. По области, особенно в южных регионах, повреждено 1414 опор линии электропередач, в том числе 52 высоковольтных. Восстановлено электроснабжение во всех крупных населенных пунктах, но несмотря на это, еще в 16 селах пока остаются без электроснабжения. В настоящее время уже смета готова, заготавливаются необходимые материалы, оборудование, и когда будет возможность, вода отойдет, сразу мы приступим к восстановлению.